Вчера в Тверской области пропал 7-летний мальчик. Мальчик исчез 27 января. Со слов очевидцев, ребенок шел по улице Пушкина, где завернул в магазин с продуктами. После этого он не вернулся домой. Сразу же были начаты поиски мальчика. Полицейские опросили родных и соседей пропавшего ребенка. Тщательно изучались записи с камер видеонаблюдения. И только что стало известно, что мальчика нашли в колодце. Он почти сутки просидел в канализационном люке. Сегодня выяснилось, что мальчик провалился в канализационный люк и просидел там всю ночь. Сейчас его доставили в больницу. По предварительным данным, ребенок серьезно не пострадал. Мальчик находится в сознании, у него сильное переохлаждение. Сообщается, что колодец находится в людном месте. И почему его раньше не услышали прохожие, неизвестно.